Мое почтение и уважение, друзья, меня зовут Константин, и вы находитесь на канале KM Review. Несколько месяцев назад я делал распаковку бюджетного смартфона Galaxy M11, и думаю, что пришло время рассказать о нем подробнее. Вообще, я считаю, что эта модель одна из самых интересных в соотношении цена-качество. Если посмотреть стоимость Galaxy M11 на e-каталоге, то в большинстве магазинов аппарат продается по официальной цене 10 990 рублей. В некоторых магазинах чуть дешевле, то есть это вполне доступный для многих аппарат, но при этом предлагающий все самое необходимое. Быстрая зарядка, тройная камера, сканер отпечатков пальцев, все это имеется. Если сравнить с недавно вышедшим Galaxy A11, то несмотря на общее сходство, Galaxy M11 смотрится интереснее, хотя бы из-за более мощной батареи и наличия NFC. Выпускается модель в трех цветовых решениях – изумрудном, черном и фиолетовом. У меня аппарат в черном цвете, я не скажу, что это самая красивая расцветка, но зато очень практично, учитывая, что для этого смартфона используется матовый пластик. Но хоть он и полностью выполнен из пластика, тем не менее он не очень легкий, его вес составляет почти 200 грамм. И связано это с емким аккумулятором на 5000 мАч. Ну и сам аппарат достаточно массивный. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, что, впрочем, востребовано. Пользователи хотят большие экраны, поэтому основная масса смартфонов сейчас имеет в среднем диагональ 6,4-6,5 дюймов. Выполнен дисплей по технологии PLS TFT. Он очень яркий, насыщенный. И даже можно подумать, что это AMOLED. Разрешение дисплея составляет 720 на 1560 пикселей, что составляет 268 ppi. Для бюджетного смартфона это более чем достаточно. У меня хорошее зрение, никакого дискомфорта при чтении или просмотре изображения я не испытываю. Я очень часто использую Galaxy M11 для просмотра видео на YouTube, и здесь также все очень хорошо. Единственное нарекание к дисплею – это не очень хорошие углы обзора. Но это, видимо, нужно списать на бюджетность аппарата. Мне очень нравится, что Samsung здесь решила использовать O-образный вырез фронтальной камеры. Это действительно очень неожиданно такого увидеть в столь недорогом смартфоне. Ладно, поехали далее и рассмотрим программное обеспечение. Работает аппарат на Android 10 версии с фирменной оболочкой One UI 2.0. И для тех, кто знаком с этой оболочкой, сюрпризов никаких не будет. Все также удобно, легко и функционально. Управлять аппаратом можно по старинке при помощи кнопок навигации. Но я использую жесты, так, на мой взгляд, это гораздо удобнее. Отмечу наличие очень классной функции управления одной рукой. Я считаю, что данная функция должна быть по умолчанию во всех современных смартфонах. Какого-то избытка функций в Galaxy M11 нет, но все самое необходимое имеется. Например, режим затемнения. Хоть здесь и не AMOLED-экран, но тем не менее темная тема очень приятна для глаз. Также имеется NFC, Dolby Atmos и множество других полезных функций. Производительность аппарата обеспечивает процессор Snapdragon 450, это бюджетное решение, поэтому не стоит ждать от него особого быстродействия. Но при этом аппарат абсолютно не тупит и пользоваться им вполне комфортно. Для тяжелых игр он, конечно, не подойдет, но при этом не на высоких настройках вполне можно играть в PUBG Mobile. Но это еще то удовольствие. Объем встроенной оперативной памяти составляет 32 и 3 гигабайта соответственно. Для бюджетного смартфона это нормально, и для повседневных нужд хватит с лихвой. Стоит отметить, что в аппарате имеется сканер отпечатков пальцев. Он не встроен в дисплей, как в более дорогих аппаратах, и находится на тыльной стороне устройства. Но разблокировка происходит очень быстро и стабильно. Кстати, помимо разблокировки, с помощью сканера отпечатка пальцев можно открывать и скрывать панель уведомления. Конечно, имеется разблокировка по лицу, это также очень быстрый способ, но при этом менее надежный. Обычно я использую оба способа в зависимости от ситуации. Рядом со сканером отпечатков расположена тройная камера, представлена основным модулем на 13 мегапикселей, 5-мегапиксельным широкоугольным и 2-мегапиксельной камерой с датчиком глубины. И вы знаете, камера здесь не так уж и плоха. По крайней мере, я ожидал худшего. При хорошем освещении получаются даже очень неплохие снимки. Здесь не так много режимов, как в более дорогих аппаратах. Помимо фото и видеозаписи здесь имеется режим панорама, про и живой фокус. Что касается видеосъемки, то максимально аппарат умеет снимать видео в разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Кстати, 8-мегапиксельная фронтальная камера также умеет снимать видео в таком же разрешении. Я думаю, что будет лучше, если я вам просто покажу примеры фото и видеоснимков. Обязательно оставляйте комментарии, что думаете о качестве этих снимков.
Итак, едем дальше. Немного хочу затронуть тему аудиочасти этого аппарата. Динамик, как вы понимаете, тут один. Стереодинамик это пока что прерогатива для флагманов. Но громкости динамика вполне хватает для того, чтобы не пропустить звонок. Или для просмотра видео на YouTube. Давайте в качестве примера посмотрим одно из видео на канале Cam Review. Память тут, в общем-то, несущественна. Вообще, многие упрекали Sony за то, что она использовала Vita проприетарные карты памяти, которые так и назывались Vita Card. Причем, если в случае с картами для игр все понятно, то почему вместо Vita Memory Card компания не использовала Memory Stick Micro, это для многих так и осталось загадкой. Аппарат имеет в верхней части 3,5-мм аудиоразъем, а значит можно подключить любые наушники и наслаждаться хорошим звуком. Также, конечно же, можно использовать с аппаратом и беспроводные наушники, но версия Bluetooth здесь 4.2, поэтому соединение будет не таким быстрым и стабильным, как в случае с Bluetooth 5.0. Время автономной работы – это сильная сторона этого устройства. В аппарате установлен аккумулятор на 5000 мАч. Это действительно очень много, особенно учитывая невысокое разрешение дисплея. Galaxy M11 держит заряд дольше, чем любой флагман Samsung, и на 2 дня работы без подзарядки вполне можно рассчитывать. Отмечу, что в аппарате есть поддержка быстрой зарядки, причем адаптер уже имеется в комплекте. Докупать ничего не надо. Единственное, чего мне здесь очень не хватает, это поддержки беспроводной зарядки. Но надо понимать, что в бюджетных устройствах такая функция появится еще не очень скоро. Что касается качества связи, у аппарата очень хороший прием 4G, по крайней мере лучше, чем у других смартфонов, которые у меня были за последнее время. Но при этом изначально качество голосового динамика было не самым лучшим, какого-то криминала не было, но голос собеседника был немного искажен. К счастью, после последнего обновления ситуация стала заметно лучше. В целом Galaxy M11 мне понравился. Да, это не идеальный смартфон. Он просто выглядит, в нем есть различные мелкие минусы, которые замечаешь только при ежедневной эксплуатации. Например, не всегда корректно работает адаптивная яркость. Здесь не самое лучшее качество голосовых звонков, но в целом за свои деньги это очень неплохой вариант. Мне очень нравится его экран с U-образным вырезом, хорошее время автономной работы, поддержка быстрой зарядки, тройная камера, наличие сканера отпечатков пальцев, NFC и Dolby Atmos. Ну и конечно же очень радует видеть в бюджетном смартфоне разъем USB-C вместо microUSB. При бюджете до 11 тысяч рублей это один из самых лучших вариантов. На этом все, надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком, оставляйте комментарии, делитесь своим опытом, задавайте вопросы и главное не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго, до новых встреч!